Апшеронский национальный парк создан в 2005 году для сбережения обитающих на этой территории джейранов, каспийских тюленей и водоплавающих птиц. Площадь парка составляет 783 гектара. Одна из главных целей создания национального парка на этой территории – привлечение как местных, так и иностранных граждан. Посетителям открывается возможность не только любоваться природой, получая эстетическое удовольствие, но и получить новые знания. Независимо от возраста, туристы могут здесь получить обширную информацию о разнообразии фауны и флоры данной местности. Экотур мы проводим в рамках проекта Министерства экологии и природных ресурсов «Природа – наш дом». Цель заключается в пропаганде экотуризма, знакомство с нашими национальными парками. Это наш второй тур для медиапредставителей. Мы планируем провести еще 3-4 тура. На территории парка обитают джейраны, шакалы, лисицы, барсуки, зайцы. В водах Каспийского моря – тюлени и рыбы. Птицы – серебристая чайка, лебедь-шипун, лисуха, шилохвость, кряква, большая белая цапля, болотный лунь и другие перелетные птицы. В Апшеронском национальном парке Азербайджана можно встретить животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Эльнара Алиева, Наиля Гасанова, Джавид Гадыров, CBC.